Машину погрузили на эвакуатор и отправили на штрафстоянку. Пока о поездках на авто придется забыть. Если же у него имеются документы, которые могут подтвердить то, что факт отсутствия задолженности, он может обратиться в суд за отменой судебного решения, либо непосредственно Мурманэнергосбыт с целью предоставления документов для последующего отзыва исполнительного документа. Мера эта, как говорят судебные приставы, крайняя, но эффективная. Так владелец эвакуированной иномарки в течение суток полностью закрыл 100-тысячный долг за тепло. Однако, чтобы забрать автомобиль со штрафстоянки, ему придется заплатить еще несколько тысяч рублей. По данным ресурсников, только в Мурманске и Североморске сейчас более 100 автовладельцев имеют огромные долги за отопление.